Болгоняхи – крупные многолетние бугры пучения, возникшие на дне аласных котловин, низменностей и озерных котловин. Болгоняхи или гидролоколиты имеют подземные наледи в своем ядре. Они возникают в результате промерзания озерных таликов и напорной деятельности многолетних мерзлых пород. Формы булгуняха куполообразные, конусовидные и уплощенные, которые имеют округлые основания. Высота булгуняха достигает от 5 до 30-40 метров и выше. Поперечники основания достигают 200 метров. Пинга – так называют булгуняхи в Северной Америке. По подсчетам американских исследователей, в Азии расположено 6059 булгуняхов, а на всем земном шаре количество может достигать около 11 тысяч булгуняхов. На булгуняхе четко прослеживается южная и северная экспозиция. На северном склоне частенько растут деревья. Вершина булгуняха и склоны южных экспозиций заняты остепненными лугами с наличием типичных степных видов, таких как типчак, полынь, подснежники, вероника седая и кровохлебка. На вершине булгуняха частенько имеется озерное отложение, что свидетельствует о том, что произошло пучение на дне озера. Большинство булгуняхов Центральной Якутии находится в стадии деградации. Центральная часть в результате протаивания проваливается, образуются эрозионные трещины, в результате формируется несколько вершин. Обычно процесс начинается на склонах южной экспозиции. Булгуняхи являются уникальными формами аласных ландшафтов в зоне распространения многолетней мерзлоты.